Ну что, ребята, продолжаем играть в синенькую машинку. Так, вот у нас автомобильчик. Так, зомбаков здесь, в принципе, много, но... Машинка умеет летать. Вау, ё-моё. Колёсики-то мы ему прокачали автомобилю. О, стреляет уже. Уже подъехала так близко машина эта. Монстр, зомби-машинка. Да, она взорвала нас. Нифига себе. Давайте сделаем улучшение. Значит, получается, давайте руль вот этот улучшим. Все, максимально. Ну, давай это сцепление хорошо приобретем. Трансмиссию, то есть. Поехали. Так, ускорение уже лучше стало. Так, едем нормально. Так, здесь мы включаем свой турбоускоритель. Давай, едем, хорошо. Так, тут сзади едет еще. Ну, в принципе, мы оторвались, я думаю. Оторвались от того монстра. Так, на качупатках дядечка бегает. Тыщ! Прикольная игра, вообще классная. Мне нравится. Классная игрушка. Мне нравится, что турбоускоритель восстанавливается. Вот это не хватало, ребята, в этой игре. Турбоускоритель. О, видишь, мы своими колесами с шипами этого уничтожили. Дядьку. Монстра. Так, а ну-ка, на качупатках, видишь, бегает рядом. Так, а это что такое за здание, которое надо нам повалить? А, тут уже, смотри. Давай, попробуй. Попробуй меня уничтожь. Не получится. Давай, ускоряйся быстрее, пожалуйста. Взорвались, ребятушки. Ну и заработали много денег. Так, давайте, ребята, выберем машинку. Я предлагаю тут взять минивэн такой вот. О, так, и мы будем вести вот эту нашу машинку с мороженым. Поехали, ребята. Так, уровни, кстати, все сложнее и сложнее. Вот так тарахтит наш автомобильчик. Ух ты, нифига, крутилка. Давай, быстрее. Проедем. А, проехали. Так, а ты что там, мороженщик? Алло, сидишь там. Так, мы везем мороженщика, получается. Да, везем мороженщика, ребятушки. Ох, нифига, ты что прыгаешь-то? Какой-то сумасшедший мороженщик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Нам главное, ребятушки, не улететь в пропасть. Так, здесь немножко ускоримся. Так, уже разработчики, они на карте немножко схалтурили карту. Построили как-то странно. Ой, проехали. Ты видел эти блокировочные стоят блокировки почему-то в воздухе? Непонятно. Так, звездочку мы возьмем. Нам нужна звездочка. И осталась еще третья звездочка. Так, проезжаем уровень. Здесь можно, по идее, немножко так вот считерить, да? Хорошо. Так, а вот и третья звезда. Третья звезда, которую мы сейчас с вами, ребятушки, заберем. Так, едем аккуратно. Главное не упасть в пропасть. Так, третья звезда. Ох, есть, хорошо. Так, что у нас здесь? Все, ребята, мы на финишную прямую выезжаем. Угу. Вот этот уровень полегче, чем в прошлый был. Намного причем. Все, финиш. Финиш, уровень, ребятушки, мы прошли. Замечательно. Так, ребята, на прошлой серии мы остановились, чтобы прокачали ему бензинчик. Давайте посмотрим, как будет ехать у нас автомобиль, далеко ли проедем или нет. Так, турбо у нас хорошо прокачано. Мы еще добавили, кстати, в прошлой серии мы купили с вами колеса новые на наш фургончик. Автобусик такой. Сейчас и посмотрим, сейчас проверим, далеко ли мы проедем на фургоне. Проедем мы эту карту или нет. Так, в принципе, должны проехать. Вот, прокачиваем автомобиль. Там, кстати, карта у нас большая. Большая должна быть. Потому что я не помню. Да, ну на первом автомобиле мы как бы карту эту не прошли с вами.
Так, а все, у нас этот бензин закончился. Ё-моё, чуть-чуть оставалось проехать карту. Прикинь, вообще миллиметр, офигеть, офигеть. А что можно приобрести? Давай новый двигатель приобретем. Так, все. И турбо-ускоритель мы максимально прокачаем с вами. И можно бензика даже добавить. Все. Теперь мы уж точно, ребята, с вами карту сейчас пройдем. Потому что прокачали мы турбо. Прокачали мы. А, двигатель мы купили. Вот что самое главное. Купили новый двигатель. Добавили еще немножко мы бензинчика. Так, ну что, я думаю, этот самый, как его, ускоритель до конца не будем тратить. На финишной прямой используем. Хотя я люблю нажимать этот ускоритель все равно. Не знаю. О, видишь? Все, ускоритель закончился. Так, бензин у нас заканчивается. Да, ребята, мы проехали карту. Мы завершили эту карту. Нам дали 500 баксов. Вот, смотри, немножко проехали. Хорошо, хорошо. Давайте пойдем в гараж. Так, новая версия Lite на телефоне. А, подожди, а я и так скачал Android версию Lite. Так, стория. Мы играем пока в стории. А в смысле, я нажимаю на стори, он мне пишет, типа, заново, что ли, что я не понял, подожди, алло. А как так? Она мне обнулила игрушку, что ли? Да ну нафиг. В натуре, ребята, только что мне обнулили игру. Почему? Вылезла какая-то напоминалка. Ладно, не, хорошо. Будем разбираться с этим, ребята. Будем разбираться. Давайте, ребят, сыграем в танки против одного. Попробуем. Кстати, вот этот у меня взрывная волна. Я понял, почему она слабо действует. Потому что она у меня не прокачанная. Она достаточно-таки слабенькая. Сейчас проверим. Так, чувак идет. О, пошло уменьшаться здоровье. Хорошо. Давай еще ударчик. Вот, видишь, взрывная волна. А хотя, смотри, уничтожила его. Но у него там жизни мало было, поэтому уничтожила. Так, еще одна звездочка. Давай еще сыгранем с этим игроком. Я не помню, дают монеты или нет мне, но я не знаю, сейчас посмотрим. Сверху монеты есть? Нет, нет, монеты не дают, ребята, здесь. Навряд ли. Давай вот здесь спрячемся. Опа! Так, хорошо мы здесь стали. Давай, взрывная волна. Есть. Может быть, и помогает взрывная волна, я что-то не понимаю. Надо еще играть. Еще раз посмотрим. Ух ты, мамонт, смотри, какой интересный. Прикольный. 629 рублей, ребятушки. Приобрести такой мамонт или нет? Скажите, напишите мне в комментариях. Так, против такого малыша? Ну, ребятушки. Вы что, издеваетесь, что ли? Давай я так встану. Вот он сейчас сюда подъедет. Опа, нет, не успел я. На, еще. Взрывная волна. Ух ты. Он включил свою эту защитку. Но защитка, ребятки, действует что-то очень короткое время, поэтому она не особо и эффективна, я так понимаю. Хорошо, победа. Так, ребята, у нас игра Plants of Zombie. Давайте выберем чуваков, которые будут с нами. Так, этого не надо, давайте орешек. Дальше, вот этот мне понравился. И мне понравился еще где, вот, колючка. Все, поехали. Какой-то еще на пианино чувак будет. Ё-моё. Так, давайте посадим сюда. Подсолнушки. Еще один сюда. Так, скоро какой-то чувак придет. Мы его щелкнем. Так, вот, вижу, идет. Давай подвинем его. Так, в принципе, как бы с одной стороны легче, да? И кубиков здесь больше, кстати. Так, на тебе. Вот эта штучка. Ты, конечно, может, не щелкнешься, но все равно. Так, все, отодвигаем тебя сюда. У нас очень мало этих самых подсолнухов. Надо подсолнухов побольше сажать. Так, да, ага. Подвинем сейчас. Сюда посадим. Так, подсолнушек один сюда. Так, что у нас здесь? Орешек, орешек здесь будет стоять, хорошо.
И какого-нибудь нужно чувака. Вот сюда, давай. Стреляй огнем. Молодец, молодец. Вот этих прям нужно побольше дракошек поставить. О, а что за чувак на пианино? Офигеть. А, он меняет им направление на пианино. Я такой первый раз вижу вообще. На тебе орех. Спасибо. А, он орех мой уничтожил. Блин, он еще, ребята, уничтожает все. Ладно, давайте. Сделаем побольше. Все, замолчал. Отдохни немножко, дядя. Так, монетку возьмем. Так, подсолнух можешь посадить? Давай посадим подсолнух. А какой ты настырный, слушай, как же тебя убить-то, а? Какой же ты все-таки гад, а? Так, сейчас мы их остановим. О, убили, убили, наконец-то. Пианиста этого. Все, отдыхай. Пианист. Так, будем копить на дракошу. О, дракоша вообще классный. Прикольный. Так, нате, орешек кушайте. Сейчас я вам посажу сюда колючку. Колючку. Сейчас я найду. А, денег хватит мне на колючку или нет? Нет, не хватает. Ладно, будем садить туда-сюда. Каких-нибудь чуваков. Так, а здесь нужно сюда наверх. Что-то я это прокосячил. Так. Ой-о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 й. Как нехорошо, как нехорошо. Давайте. Он сейчас мне орех уничтожит. Все, конечно, уничтожил орех, гад. Надо его как-то гасить. Получится или нет? Ну, это у нас последний, как бы, да? Ну, я думаю, мы его сейчас загасим. Все. Есть, уничтожили. Уничтожили мы этого пианиста с вами, ребята. И один последний остался, зомбарек. Маленький такой, который пошел отдыхать. Так, что-то мы открыли, давай посмотрим, что это такое вообще. Какой-то взрыватель. Да, какая-то мина. Ну, это типа это, динамит взрывать, да, устройство, я так понял. Давай, у нас 1256 долларов, давай купим колеса. Ой, зелененькие какие-то, смотри, интересно. Они нам скорость добавляют или что? Ох, нифига его как крутит. Реально, колеса, они все-таки еще и скорость добавляют. Ё-моё, смотри его как штормит не по-детски. О, не надо, вот зачем ты тут сюда? Вот спрашивается, зачем ты сюда заехал? Алло. Давай, назад, вот здесь едь. О. Так, здесь мы сейчас быстренько проедем. Ой-ой-ой-ой-ой, давай, нубик. Давай. Здесь, может быть, еще на газ надо не постоянно, может, нажимать, чтобы он не особо бежал отсюда. Так, итого, скоро-скоро мы доедем, я не знаю, сможем мы сейчас завершить. Нет, нифига, 524 монеты мы заработали, еще и 2 стрелы осталось, представляешь? Ну да, а в смысле я хочу колеса купить. А, 1279 монет. Немножко не хватает. А что нам дают колеса? Ускоренный разгон и увеличенная максимальная скорость. Вот как я и говорил, ребята. Что колеса нам дают скорость. Надо нам запомнить то место, куда нубасик прям залетает. Нехорошее место. Сейчас я запомню, где это. О! Так, где? Куда? А, вот здесь мы залетаем. Все. Так, хорошо. Сэкономили время. Но мне кажется, пока мы полностью не прокачаем машинку нашему нубику, он не доедет до конца. Смотри, сколько там бензина остается. Да, бензина уже очень мало. Давай, пожалуйста, нубик. Я в тебя верю и верят все в тебя. Мои подписчики. Давай, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, ребята. Чуть-чуть совершенно не доехали, ладно. Зато мы купим колеса максималочку. О, все по максимуму. Давайте попробуем проехаться на максималке. Давай. О, нормально. Теперь уже нубик у нас хорошо едет. Чуть-чуть наверх чуть-чуть не поднялись. Может быть, надо поверху ехать? Не знаю. Так, пока
Ну, смотри, достаточно такие бензина еще. Бензина еще много. Так что мы, ребята, сейчас проедем с вами этот уровень. Давай, Нубик, Нубик, пожалуйста. Все хотят, чтобы ты проехал. Все подписчики моего канала. Канала Дуда Плей. Давай, давай, Нубик. Старайся, старайся, старайся. Еще немножечко осталось. О, ребята, да мы проехали. Мы практически проехали с вами, ребята, да. Есть. Последнего зомбаря убили. Давай, 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 давай. Ну, ты что тут стал? Все. Отлично. Так, что у нас дальше? Привет. А, это какой-то читер. Что он сейчас делает? Ой, он нас убил? Или что? Нуб вс читер. А, читер, ё-моё. Вонючий читер. И что делать? Прыгать надо? А, ладно. Ой, он еще и стреляет в нас. Нам надо его как-то убить, да, типа? А как мы его убьем? Что-то я не пойму. Так, либо не попадаться к, на его стрелы. О, попали. Сердечко отнялось. Надо еще знать, когда он стрелять будет. А, убил. Он нас убил. Это что, будет бесконечная, так получается, война с этим читером? Ребята, да, реально бесконечно. Почему у него... Подожди. А, мне в него стрелять надо, оказывается. Ёлки-палки, а я что-то не понял. Так, ладно. Все, опять нас убили.